Здравствуйте! В этом видео мы покажем, как создать единую учетную запись для доступа к решениям лаборатории Касперского и настроить двухэтапную проверку учетной записи в облачной консоли Касперский Security Center. Откройте браузер, зайдите на сайт ksc.kaspersky.com и запустите процедуру создания новой учетной записи. Для создания учетной записи введите действующий почтовый адрес, задайте пароль, подтвердите его и примите соглашение об обработке ваших данных. Чтобы активировать учетную запись, получите письмо и перейдите по ссылке в письме. Учетная запись активирована. Войдите в систему под только что созданной учетной записью. Прежде чем приступать к созданию рабочей области компании, настройте двухэтапную проверку для своей учетной записи. Облачная консоль Касперский Security Center не требует обязательного использования двухэтапной проверки. Включение двухэтапной проверки позволит нивелировать недостатки классической парольной защиты и серьезно затруднит злоумышленникам попытки взлома вашей учетной записи. Разверните выпадающий список под почтовым адресом и перейдите в раздел «Управление учетной записью». Выберите раздел «Двухэтапная проверка» и настройте проверку. Введите номер телефона, на который будет отправлено сообщение с одноразовым кодом безопасности. Введите пароль учетной записи, под который вы подключились пару шагов назад. Получите СМС с кодом безопасности. Введите полученный код безопасности, чтобы подтвердить номер телефона и включить двухэтапную проверку. В результате вы получите еще одно СМС-сообщение о том, что ваш номер подключен к учетной записи. Установите на мобильный телефон приложение Google Authenticator или Microsoft Authenticator. В рамках демонстрации мы будем использовать Microsoft Authenticator. Запустите приложение Microsoft Authenticator. Создайте новую рабочую или учебную учетную запись. Получите секретный ключ. Отсканируйте QR-код и получите код безопасности. Введите код безопасности. Вы настроили двухэтапную проверку для своей учетной записи и можете приступать к созданию рабочей области компании в облачной консоли Касперский Security Center.